Все. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас уникальный контент. Мы возвращаемся в 2000... Какой это год? Третий? 93-й год 93-й возвращаемся год, да. Во время дефолта. Да. Во то времена есть... дефолта. Да, то есть у нас, в принципе, на улице тоже по самое. По гособлигациям. Сейчас будем общаться с вами. По да. тактическим стратегиям. Да. Поэтому нужно. Игры сейчас будут только такие. Следующий... К сожалению, санкции. Да, следующая игра будет Diablo 1. Не, ну почему 1? 2? Два. Ну да. Не ремастер, да, вот та. И что там еще у нас было на повестке? На повестке дня? Какая там еще игра была? Age of Empires первая часть. Да, была Age of Empires. Ну все, давай запускай, поехали. Кто кого нагнет? Ты за Украину can't будешь begin играть? Until all players are ready. Я хочу of their вот name. Такой цвет хочу. Поставь галочку слева от своего имени. Так, поставил. Что ты готов? Все, я готов. Я агрессор получается, да? Да. Агрессион. Мы, так, мы не сдаемся. А, тут нету кириллицы. Ля, я вообще этого ничего не помню. О, что-то громко, погоди. Сейчас я убавлю звук. Ага, так. Sound по-английски это звук. Музыки тоже чуть убавим. Вот так. Музыка классная, прям вспоминаю. О, ой. А тут нельзя, тут надо стрелочками только двигать. Так, ну что ж, поднимаем сельское хозяйство. Слушай, ты помнишь, как? Давай, ну, хотя бы... Ну, так, вкратце... Импортозамещение вообще, какое-нибудь. У тебя, короче, есть твои эти... Рабов надо клепать. Так, все, я никак не... В главном здании. Так, вот это кто? Че стоят? Ну-ка, работать. Так, а они почему-то не могут дерево рубить. А лесопилку надо... строить. А она есть. У тебя должна быть. Вот а, там 4 человека уже есть. А, ну у тебя, видишь, по максимуму. Так, хорошо. Давай еще одного. Так, еще одного чебурека. Нам нужно куда? Так он может строить. Библиотеку. Нет, давайте тогда еще одного. Дерево перерабатывающее производство. Какой? Блять. Ой. Маты проскочили, сейчас мы их запикаем. Сейчас вот прям звук убавлю. Он прям орёт. Да, нет, а что, я вообще до минимума все да? убавил. Да, нет. Вообще там прям на одну тычку поставил. Ну вот я тоже. Сейчас. Музыку пускай на ютубе слушает. О, вот так. Чтобы никого ничего не напрягало. Так, ну вот, у меня есть темпл. У тебя есть темпл? Temple? What does it is? Ну это храм. Храм какой-то. Так, это кто у нас? Храмов у меня никаких нету. Скаут у меня есть. Все, скаутом мы сейчас пойдем. А мы так, я так понял, мы на островах, да? Да, как ты и хотел. О, островное государство. Так, надо рыбалку туда поднимать. Я понял. Так, давай-ка еще тогда этих работяг. Так, это у нас что такое? Библиотека. Что она делает? Тут... Ну там, короче, ты вот выбираешь сейчас... свое я развитие. Вообще, я вообще не помню ничего. Нужно еды 120. Выучить. Все, подходит.
Я буду поднимать, наверное, больше светское общество. А, то есть ты такой, типа, за мир во всем я, мире? Я, типа, хочешь? Да, такой. Ну, мы, может, еще подожди, может, мы воевать не будем, может, мы договариваться. Ну, там, мы стопудово там, будем, типа, договариваться. Это, кто-то кому-то ультиматум это будет ставить. Не хочешь, чтобы я тебя разъебал? Плати там 3000 пшеницы. Пардон. Ты че материшься? Сейчас ты санкции получишь. Сейчас, погоди. Так, бараки. Ну, барак, ну, все равно вот минимальный какой-то... Военный запас мне нужен там, потому что... Так, это что такое? Это что такое? Соль. О, у меня соль есть. У тебя есть соль? Да. Я могу тебе соль продавать. Ну, это надо было тогда играть с кем-то еще. Чувак с собакой ходит там все. Так, вы, ребята, давайте лес рубить. Ага, так. Так. Ой. У меня тут. Ага, так. Мне надо рыболовный промысел, я так понял, здесь будет в приоритете, да? А что с конями делать? Я кстати, вот у меня Сеул, а у тебя как город называется? Я за корейцев играю. Майя. Я Майя. А, Майя. Получается, этот индеец. Так, ну-ка. Темпл у меня уже есть, сельское хозяйство. Так, а чё? Кост 90 еды. А чё такое? Понял. Чё ты там нашёл? Да этот, не хватает мне тут еды, оказывается. Так, ну-ка, ребята, давайте... Horses, cost of a stable and after plant units reduced. Send a merchant from a market here to collect the resource. А, извините. Так, а чё насчёт рыболовства-то? Чё у нас тут? Ага. У тебя уже есть корабли? Да, я уже ебашу, пиздец. Кого? Хуярю тебя уже, блядь. Пардон. Темпл. А я почему-то больше не могу ничего. А, нет, все, я могу. Так, экономику нужно, да, мне повышать? Science. Коммерция. Коммерция, да, наверное, коммерцию надо поднимать. Так, а почему ничего не строится у меня, я не понял. Так. Пошел. Работяги. А им нужно дома строить? Да, там надо будет потом дома строить. Потом? Так, маркет мы строим. Бежал просто быстрее, блядь. Так, а почему вот эти, они что делают вообще сейчас, я не понимаю. Вот это стоит, просто смотрит. Так, а ну-ка, давай. На пшикват. О, тут еще яблочки какие-то есть. Яблочки, сало. Лимит зданий, чего? Так, лимит как... зданий, где он упаковал? А, да, или нет, жди. Мне так, нужен караван или мерч. Почему ничего не происходит? Почему-то куропатки одни тут. Так, ты просто стоишь, смотришь, давай-ка мы тебя куда-нибудь запихнем. Это там будет, короче. Вот, вот это мне надо. Так, вот так вот. Ага. Все, сейчас у нас полетит вообще просто все. Так, а слушай, а ты не видишь кнопку или не видишь иконку, где посмотреть, где у тебя рабочий бездельник какой-нибудь? Вообще обычно на он на ё был. На ё или там. На этот, смотри, hotkey.u. На U? Ну, да, да, есть, нашел одного. Я тебе говорю, надо этих бездельников надо подгонять. Да, 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 все себе работают. Так, кто у нас есть? Скаут, лучники, хоплитес, это типа пикадеры, что ли, или кто это?
Так, а что это у нас дает? Там еще золото какое-то есть. Какие ресурсы у нас? Тут очень много ресурсов. Так. Кстати, игра самая бешеная по ресурсам на самом пока деле. Пока что самую бомжатскую тогда вышку будем ставить. Так. Боишься, что на тебя нападут? Барки. Ну надо было, да, против компа, наверное, поиграть. Ладно, раз начали то. Так, барки это... Они рыболов в том занимаются? Нет, вот, фишермен, самое правое. А, фишермен, точно, точно. Сука, ты уже построил. Ну, мы одновременно с тобой построили. Ну да. Так. И все, рыболовом ищешь, короче, там такие рыбки будут. Рыбка, рыбка. Бля, нихуя, тут уже другой берег какой-то. Да, у меня тоже самое. Вот, рыба, чик. Ты нашел? Да, нашел. Вот тварь. А он прямо возле меня тут сразу. А мы еще одну сделаем сейчас. Так, а как соль мне добывать? Так, давай. А барк это что? Барк это я не знаю. Так, Strong versus Fireships. Ну это военный корабль. Видишь, там написано. Не, ну есть-то три триермери, вот какой-то. Ну вот написано useful for scouting. Ну там какой-то перевозит. Ну, вообще он для скаутинга, типа для разведки барк нужен. А, ну он там типа написано... быстро плавает. Да, все понятно. Да, да. Так, а мы тем временем мы развиваем свою экономику, в отличие от России. Так, про Россию не надо там громких заявлений. Попрошу вас. Да-да-да, у нас не политический контент. Да-да-да. Мы рубим лес и продаем просто эти ресурсы. Ну, в смысле, у нас не то, что политический, у нас политическо-экономический, но в отрыве от реальности. Игра такая, да. Так, хорошо. До бесконечности могу этих рабочих делать или что, я не могу понять. 25? А, ну ты увеличил свой уровень. Караван. Блин, я прик... А как караван будет ездить, если нету дорог? Надо строить дороги. Ага, понятно. Так, Майер Раффлд. Так, все понятно. Билдман Юниверсити. Все понятно. Так, у меня тут какой-то этот. Ой, что ты полагал. Не, прикольно, что в эту игру еще играть. Кстати, там видел, там 6 серверов. Да, там серваки, короче, какие-то есть. Это вообще прям круто. 7 типов еще там играют. Не. Ну, как минимум. Да, у меня пролагивает вообще сильно. Да? Угу. Ну, у меня корабли прям на месте, типа, тусуются. Бывает. Так. А, так здесь все показывается, где все, что есть. Надо просто было, блин, лицом не щелкать и смотреть на мини-карту. О, кита нашел, ништяк. Так, хорошо. Но ничего, они, хорошо. Типа, в смысле, они у тебя находят... сами какие-то новые ресы, что ли, или что? В смысле? Кто находит? Ну, ты говоришь, кита нашел. Ну, просто где рыболовство, там кит плавает. Нифига себе. Вот это круто. Это вообще... Так, что-нибудь, может быть, могу построить? Бараки я построил. Это чё? Караван. Давай построю все по одному. Может получится там что-то. Все по одному. Я так чувствую. А у тебя регулярная армия-то есть уже? У меня есть караван. Так, а куда я его отправлю-то? Я что-то не могу понять.
Странно. Так. Лучники. Вперед. Будем давить. Кого ты там давить-то собрался? А, все, нашел. Тут надо эпоху менять просто. И что, если меняешь эпоху? Не знаю, наверное, новые технологии откроются. Да я что помню, блин, как в Age of Empires, скорее всего, лимиты открываются. Тут немножко по-другому все. Ага. Так. Так. Ну и значит, что... А кто перевозит людей? Это все-таки Барк? Или первый? Не знаю, сейчас. Сейчас посмотрю. Так. У тебя уже все на готове, Аня. Так, useful да. For scouting. Нет, не Барк. Big vs Heavy. А, вот он, транспорт. Снизу написано. Транспорт. А, нет, это не то. Галея? Наверное, галеру надо. Три реме. Нет? Так, рафт. Нет. Или крафт. Роман. Легкий корабль. Хэви корабль. Так, надо просто всех сделать по одному. Угу. Так, Барк пускай будет здесь. Так, ну-ка. Ну да, во всех, по-моему, можно загружать этих чуваков. Ага, сейчас загружу. Или нет? Ты понял, как загружать-то? Нет еще. Не все еще получается. У меня так я так понял, у меня ресурсов всех нет, чтобы продвигаться. У меня очень много дерева, но оно скоро закончится. Так, а, карта, кстати, не очень большая. Да вообще мелкая карта. Сейчас мы высадимся на новую землю. Только надо как-то загрузить людей. Тут мосты нельзя же строить, да? Нет. Так, понятно. Сюда, а здесь что? Так, ну-ка давай-ка вот сюда. Да блин, я не знаю, как людей грузить. Собака. Так, Барк. Вот они в Барк не грузятся. Нет. Тут пишет, что нужен металл, а у меня его нету. Ага, так. Байрафт. Это бар. Баркасик, да? Блин. Интересно, интересно. Как мы выйдем из этой ситуации. Блин, да как их? Опачки. Так. Что у нас по технологиям вообще? Да, у меня тут ресурсов не хватает. Фишерман. Может, рыбаки могут перевести, нет? Кто его знает. Так, вот сюда куда-нибудь. О, что-то там атак. Чё там? Кого-то атаковали.
Моего, что ли, убили? Кого-то убили. А ты что, справа в углу, что ли? Да я просто там подъезжал. Проверить, что вообще происходит. Ни хрена себе. Приверить? Ага. Так, понятно. Ну чё, Корея как бы так себе развивается, пока что, по моим меркам. Чё-то прям надо... А, ну вот, хорошо. Так, ты чё тут стоишь? Давай работать. Биа-атаки. Ух ты, ни хрена себе, ты офигевший. О, нифига. Так, срочно... Military Expansion сейчас отправляем на подмогу. Чё за фигня? Фига ты на меня нападаешь уже? О, рыбаки! Ага. Всё, поехало. Всё, мирный договор разрушен. Файрафт. Сейчас будем этот устраивать. Ой! Ой! Нифига, у тебя там уже корабли. Два дока, алё. Так. Алё, в смысле ты на меня нападаешь? Как мне перевести мои войска на твою эту? Наводчину. Я бы знал, я отойду. Наводчину твою. Развивайся. Так, понятно. Так, вот этого, по-моему, у нас нету. Так, ништяк. Что-то он куда-то поехал, даже не знаю. Так. Ага. Ой-ой-ой. Ладно, ладно. Так, вы все... Чё, ты разобрался уже? Нет, скажи мне честно, я просто отходил тут. Да пытаюсь разобраться, в какой корабль я их могу посадить. Ничего, нашел в какой? Нет еще. А ты понял, как лимит людей увеличить? Нет. Сейчас тут что-то новые постройки открылись. О! Сельское хозяйство у нас в приоритете. Так, кто у нас? Ты, на что там надо нажать, чтобы посмотреть? На мягкий знак? На Ю. А-а. Скажи мне, пожалуйста, как увеличить лимит людей? У тебя что, уже лимит? На полтинник. О-о-о, сенат могу построить. Я не знаю, сейчас я вот смотрю. Темпл у меня есть. Так, это сюда. Это кто такой? Хуя себе, ты там что лепишь? Так. А это кто такой?
А, нифига тут. Я пока что не очень врубаюсь, честно тебе скажу. Да. Пока вообще сильно наобум все тыкаю. Так что... Ага. Будет не очень, конечно. Построй... Просто... Так, наверное, надо тебе эту каменоломню или что это строить? Да, майн, ну... Эти. А как перевести-то, блядь, людей? Да я не знаю, вот они в очереди стоят у меня, ничего не могут сделать. Я так понял, надо просто изучать эти технологии, и у тебя лимит увеличится. Думаешь? Ну, у меня 75 же стало. За счет чего? За счет этого всего. Я что-то просто изучаю. Так, ага, вот сюда давай. Все хорошо, вроде строится. Люди новые приходят. У меня куда-то ушел этот торговец и просто пропал. Так, что еще тут есть? Фактори. Так. Сенат. Сенат нам нужен? Да я не знаю. Ебись. Блять. Хуйня какая-то вообще, блядь. Играли же раньше, чё? Мне вот что-то просит, у меня этого ресурса нет, я не могу понять, что это такое. Так, а почему? Нельзя построить. Странно. Так. Куда можно загрузить? Так, а может они просто сами передвинутся, перебегут туда, догадаются как-то, нет? Не знаю. Не похоже. Отойдут.
деспотизм. Ну, у него, скорее всего, просто будет доступ открыт. Так, Риткар. Здравствуйте еще раз. Как обычно, Дима впереди планеты всей. Government of деспотизм. Нагибает, так скажем. Но мы не сдаемся. Мы пробуем. Пипец, а с середины? Как вот на эту карту-то попасть вообще? Не знаю, как не переплыть знаю. Туда? Знал бы, сказал бы. Ты вот там уже в космодром улетел куда-то на Байконур. Да-да-да. Что-то мне вот кажется, что все-таки это вот так, вот здесь вот много людей вроде нет, должно влезть. Автотранспорт тут какой-то есть, слышишь? И что он дает? А, вот! Все! Нажми, выбери все свои войска, и там аутотранспорт есть. Просто нажми он, и они сами телепортируются через речки. Ну и как это происходит? Война! Не, погоди, что, ничего не работает. Ну, просто выдели их, и пускай они идут на другой берег. Аутотранспорт он просто надо нажать. Ну где кораблик нарисован? Не могу разобраться нихуя. Так. Все. А, вот это где. Да. Не знаю, почему он выключен. Так, значит, караван, типа, может ездить сам по себе, да? Я так понял. Какой караван? Торговый. Это который какой? Я не знаю, он куда-то убежал. У меня его сейчас нет. Да, они просто сами по себе, оказывается, могут так делать. Кто? Ну, эти люди, строители, тоже могут так делать. Блять, нихуя не понимаю. Ладно, окей. Так, мне нужны какие-то, видимо, ресурсы, которых у меня нет. Вот, это что такое? Журавлики какие-то. Генерал, давай его сюда. У тебя есть генерал уже. Балдеть. Ну, в этих можно сделать. Где? Как это называется? Форт. Ой, так у тебя тут уже застроено все.
Где? На острове. Ну так ты же сказал, как переплыть. Ага, все, понял. Так, понял, так. Так, давайте, ребята, надо поработать чуть-чуть. Так, мне сюда, пожалуйста, подмога чуть-чуть. Что-то я не могу понять, где у меня эти... Где военные у меня? А, вот они. Where is my военные? Скауты мне не нужны. Это что такое? Сильвер. О, понятненько. Так, а ребята могут сильвер добывать? Что-то я понять не могу. Где у меня все остальные? Так. Это, по-моему, у меня уже... А, вот же! Или нет? Только одно здание можно построить. Хуя ты с какими кораблями тут уже приехал? Ой! А где половина? Половина сдохла. Какая половина, блядь? Половина кораблей где? Знаю, какие ты там отправляешь шакалий войска, блядь. Пиздец там, охуевший. Ебать, хуярит, главное, пиздец там, вообще втихую меня просто. Шакал, блядь. О, у тебя эти есть? Трибушеры? Или чё это? Какие трибушеры? Пошел ты нахуй. Гандон ебаный, блядь. Ой, это кто такие? Тихо. Военные, блядь. Так, понятно. Здесь это все не построить, что ли? Блин. Так. Блин, вообще непонятно, что тут, блин. Так. Здесь сюда. О! Солдаты. А что это, перья какие-то у них? Выдвигаемся.
Ой! У моих кораблей большие проблемы. Отступаем, ребят. Так, понятно. Все сюда. Так, я надеюсь, эти ребята не обосрутся. Смотри-ка, чё, блядь, устроил. О, а чё так у тебя не уничтожается ничего? Вот ты вообще гадина, а. Поступаем. Миссия не удалась. Так и запишем. Тут прокачаться. Population limit. Надо срочно убить людей. Так, подбегаемся. О-о-о! Война идет. И на воде, и на земле. Так, чик-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 чик. Отходим. Нас окружили. Проклятые туземцы. Так. Так, зачем мне столько генералов? Я что-то понять не могу. Делать что-то. Ваша агрессия бессмысленна, сдавайтесь. Генералы, я так понял, вообще ничего не делают, да? Так, я понял. Блин, ну тут так как-то по-умному сделано. Я не могу строить там, где я захочу. Ну да. Надо влияние как-то расширять свое. Влияние расширять. Слушай, ну нам надо было действительно против компа хотя бы сыграть, потому что, ну... Да ты вдвоем еще и не успеваешь все... Нормально, все нормально, все нормально. Пару человек сдохло, на их место пришли другие.
Так, а эти что делают? Просто ходят, блядь. Так, давайте-ка поработаете, что ли. Или сдохните, я не знаю. Ради нации. Ой, как много вас. У тебя уже там какие-то крутые корабли. Да, конечно, те же самые обоссанные, блядь. Точно? Да, 100%. Так, ну ладно. Ага. Так, а где еще эти собак? Все, все сдохли, блин. Да ладно, все сдохли. Мерч. А что вы делаете-то, алло? Генерал такого приказа не давал. Давайте вот этих убиваем. Шик-ш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 ик. Это наш остров. Да нихуя, это не ваш остров. Ой, все, отступаем. Отступаем, товарищи. Так, нужно подкрепление срочно. Ага. Так, вот это, вот это, вот это. Какой-то разведчик тут есть крутой. Ага. Все понятно. Генералы самые первые смотались. А как, кстати, ты генерала построил? Порт тебе нужен. Кто? Порт. Порт. И что там? А там генерала можно создать. И что он дает? Тут, наверное, бусты какие-то. Да он вообще ничего не делает, он просто рядом с ними стоит. Да. Ну, ладно, поверю тебе, блядь, на слово. Так. Сеульский народ не сдается. Мы будем убивать. Так, город у меня уже стоит. Что можно сделать? Мне бы какого-нибудь монаха с собой взять. Так, давай-ка. Один корабль всего доплыл, пипец. Чё это за жопа? А чё этот канал-то перекрыли? Вот Суэцкий канал, извините. Ладно, сейчас переплывем тогда. Ага, всё нормально. Прям все окей? Тут... Да, сейчас прям еще больше народу сделаю. Так, вот это... А, нельзя, да? Да, нельзя. Музыка еще такая, конечно. Угу. А я музыку отключил вообще. Да? Угу. О нет, нас атакуют. Так. Так, куда-нибудь. Так, у нас тут пару работяг стоит, ничего не делает. Ну-ка, давай-ка вот здесь вот. Пару башенок. Все, наши... Мы не сдаемся. Границы поджали что-то. Ой! Отступаем!
Так, понятно. Сейчас мы будем тут что-то думать, делать. Как дальше-то по границе расширяться? Я что-то строю, но граница не идет дальше. Не расширяется? Ну, я тоже что-то это залип, пока в эти границы. Так, что, у меня есть бездари какие-нибудь, а? Мерчант. Что такое мерчант? Маркет могу построить. А что этого верблюда-то убили? Я же пришел торговать там пришел, вы его убили. Не видел никаких торговцев. Если бы у нас была дипломатия какая-то, ты бы еще мог там мне это предъявить. Предъявить? Ну да, иначе это необоснованная как бы агрессия. Какая агрессия? Я пришел торговать там. Вот ты и попался. Бегите, глупцы. А там ничего нету, там можешь смотреть там. Внимай, Микаря! Нет, это... Простые мирные рыболовы. Чё ты до них докопался? Они зарабатывают на жизнь тем, что грызут свои полопавшиеся пальцы от соли. Бессовестные ты. Вообще охуевший просто. Да-да-да. Вот мы тебя сейчас там прижмём и всё. Так, а что у нас? Не надо прижимать, пожалуйста. Сейчас мы пойдем вот так лучше. Благо. Людишек-то мы можем сделать, да? Что-то у меня народ, наоборот, убавляется. Что такое? Флэцкий. Да, конечно, так мы деремся друг с другом. У нас люди же умирают. Куда туда? Сюда давай, вниз. О, еще приплыло. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так вот. Зажимай! Игорь! Ой-ой-ой, нихуя себе, Суэцкий канал-то чё тут творит-то, тихо, блядь. Тихо, нормально всё. Ах, сука, денег нет. Так, назад. Вот да, ты свидания, блядь, вообще нахуй. Докопался ты до меня там. Чё тебе надо-то? Так это ты до меня докопался, блядь. Зажал мне тут нахуй всё. Ага, конечно. Пиздец, со старта меня ебашит. Пришёл ещё что-то рассказывает мне, охуевший. А чё? Извините за мат. Чё не так? Можно перекурить? Военные действия? Правила военного времени. Можно перекурить, нет? Да, можно. Так, тогда этот, как там, перемирие? Пауза? Ну, как там? Да, мы просто ничего не делаем вообще. Ну, уведи корабли свои. Чё. Да ёбаный ты. Мои на дозаправку пошли.
Все увел. Три корабля увел, утонуло. Спасибо за информацию. Все, пауза, давай. Ну, это не пауза будет, ну, в смысле, никаких, никто не нападает. Никто не нападает, вот ты нападаешь. Блядь, зачем они туда плывут? Да это просто глюк, я им тыкаю, короче, куда надо плыть, и они по кратчайшему пути начинают срезать. Понял, я уже три корабля просто из-за тупости потерял. Есть такое. Четыре уже. Четыре-четыре, я на перерыве. А как ты сделал эти трибушеры или что там? Да что-то там было в постройке, я, короче, просто ткнул. Ну, вот этого рабочего выбираешь, смотришь, что у него есть в постройке. А-а-а, девка за рулем. Девчонка за рулем. А у меня нету такого. Трибушеров нету? Но в военной вот этой теме. Так, 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 сейчас. Что-то я тут... Блин, почему у меня так много бездельников? А, Sage Factory, да? Блин, я что-то прям пропустил этот все момент. Все, ладно, давай пауза, пойду, пошел. Не пауза, просто не нападение, я это... Да. У меня курение. Да. Атаковал меня не один раз. Нет, я... Отстаю от тебя вообще в этом, в науке там или в чем? Ты уже на четвертой стадии там чего-то. А зачем этот кастл-то нужен? Я вроде нажал, а оно не изучилось. Да такого быть не может. Ну ты уже порох выучил, да? Я так понял. Не. Ганпауды. Вот отвечаю, нет. Точно? Клянусь тебе. Угу. Так, я понял. Хорошо. У меня все еще прям деревня какая-то. А, вот тут продажа идет, кстати. Офигеть. Create караван мерчен. Я не знаю, как тут торговля. Надо что-то подразбираться, может быть, еще. Да, конечно, надо подразбираться. Блин, а может быть, ну, такая там на будущее. Если там будут выходные, может быть, какие-нибудь... Не, ну, кстати, вот слушай, вот она не бесит, если честно. Да, вообще не бесит. Не, давай Age of Empires 4 скачаем, поиграем. Чё, нет? Она просто на PvP прям заточена. Ее так и делали, я так понял. Да, тут тоже PvP. Ну да, ну блин, Age of Empires, она вышла 2-3 месяца назад. А, да? Ну да. Ну это единственная RPG-шка, которая вот вообще... О, стратегия, которая просто вышла. Нету больше вообще стратегии. Не во что играть. Как ты так... Дальше-то зашел вообще на карту. Все, мы играем или что? Да, конечно, ты же сам сказал, что играем. Да, я просто включил уже все, дальше продолжим. Так. Все, я понял, у меня же есть эти. Так, вот это. Supply вагон. Конница, господи, вот что мне надо. Конница? Да. Да блин, поиграть типа вот в стратегии, где прям все есть, все что надо. Вообще здесь все есть. Но здесь все есть, ну вот типа в Age of Empires я бы вот поиграл прям с удовольствием. Так, это кто у нас? Ой, там кто-то это. Кто это? Вот. А, да, у тебя ганпаудер уже выучен, у тебя они стреляют, а у меня все еще копейщики там какие-то. Да, конечно, вон, нихера, у тебя армия там пришел, блин.
Пыш-п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 ыш. Резать, рубить, резать, рубить. Эта война ни к чему не приведет. Только смерть. Так. Только смерть? Только смерть в вашем доме. Ой! Отступаем! Наши генералы нас подставили. Этот план был изначально обречен. Так, heavy flaming armor. Да, у тебя что-то прямо по технологиям все круче. Где мои вообще research technologies? Как повысить это все? О, вот что, ты ученых там посоздавал, что ли? Да, так с самого же начала они были. Не делишься, да? Прости. Понятно. Страх и агрессия. Новая конфессия. Так, ну-ка, рыболовные дела у нас никогда не останавливаются. Строить-то нельзя ничего, блин. Сейчас, сейчас построим. Здесь вот вышечку надо построить. Ой! Что-то там мне не хватает ресурсов, оказывается. О, и пошло, пошло, knowledge. Knowledge пошел. Все понятно, понятно. Оказывается, вот это-то мне и не хватало. Так, а что-то мне еще не хватает. Что-то там золотишко, да? Ага. Так, я понял, это здесь, наверное. Так. Мне вот интересно, а где он вообще? О! Я только сейчас перешел, пипец. Нормально, нормально. А ты уже сейчас на пятый перейдешь, да? Нет, ты че, я не перехожу даже. У меня кого конечно, там? Конечно, конечно, конечно. Так, ну чё, я высылаю торгаша, сейчас там будем торговать. Куда, с куда, тобой. Куда, на центр? К тебе прямо, на этот. Ну куда, куда, на скажи, куда. На остров твой. Давай дипломатию сначала, давай. А окей. Где эта дипломатия? Надо, ну вот окно справа, сверху. Ух ты, какое мелкое это. Информация, а где ты-то? Чего? Как тебя-то найти? Чё, какая дипломатия? Ну, а, вот. Перемирие, вывод войск с острова. О, какие войска? Я соглашусь, нету никаких войск. У меня все на моей территории только. Это у тебя там. Думаешь? У меня все на моей голубенькой территории. Все хорошо. Чик. Сейчас. Вот это построим. О, кораблики новые. Так. Бомб весел подходит. Сюда давай. Что такое? Убили моего этого парламентера, блин. Так второй я идет. Спрашиваю, куда ты отправляешь вот его? Он по центру идет.
Сослом. Все, отвожу войска. У меня нет парламентера, у меня здесь нету союза. Сослом. У тебя это осел. Это мерчант. Ну, мерчант, это, да. Это не дипломентер. Ну, что, будешь торговать со мной? А как с тобой торговать? Яблоки, сало. Отойди. А, не, не стреляйте. Отойди, отойди. Вы стреляете по мирным жителям. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я пришел торговать, я всего лишь... Как ты будешь торговать, если ты... Мне надо дойти до твоей... Ой! Сало... Докуда? Сало испортится сейчас. Ну как до тебя там? Че? Вот оно, что-то надо было этих всех ученых качать, что ли. Так а что они дают, ты их просто строишь и все, и вот они сидят там тупят. Ну, ничего вообще. Ну, не... блин, качается. Мне просто этого ресурса только не хватает. И золотишко. Чуть-чуть надо золотишко. Я понял, надо эти караваны строить. Эти. Все тут не каравай. Так. Каравай. Кируан Суран. Так, так, так. А соль-то? Соль как добывать? А, она уже идет. Вроде как. Так, все. Че, какая соль там у тебя идет? Ну, у меня на острове соль есть. Она вроде добывается, вроде нет. Нахуй она нужна? Блин, да ты меня спрашиваешь сейчас. Смелтер. Ну конечно, кто еще тут сидит, разбирается в этой игре? Я сижу, я даже не вспоминаю, я понял, я разбираюсь в ней. Да, да. Ты разбираешься в ней. Да. Так. Сюда плывите, пожалуйста. Так. Фишерманы, где у меня фишерманы все? Блин, а чё мне-то ещё построить надо? Ты меня спрашиваешь? Вообще да. Кого мне еще спрашивают? Мы с кем играем? Так, компьютером, а попробуй построить. Так. Попробуй построить какой-нибудь темпл или как там называется эта тема. И что он интересно дает? Не темпл, а вот этот. Ну я вот пирамиду построил. Так, а как их? А как сделать, чтобы он сам торговал? Что-то я вот понять этого не могу. I don't understand. Все, что доступно. То и хорошо. Да, я просто протыкиваю, что есть. Так, вот это мне подходит. Сейчас начинается эта партизанская игра. Сейчас шпионов тебе зашлю. Сейчас будем смотреть твою эту. Ах ты какой коварный-то, не посмотрите на него, а. Все, он не может отступить. Ну а как это же, чё? Чем мы тут занимаемся вообще? Вывод войск невозможен. Так, а это кто-то, кто такие? Фишерманы. Так, давай-ка сюда. Ты сюда давай акулу лови. Ну какой большой корабль? Ну-ка давай-ка сюда. Пидор ты, а?
Ебучий, блядь. Так, так, тихо, тихо, тихо. Еще ученых нам надо побольше. Я на тебя не нападал. Я тоже тебя не трогаю. Это временно. Ага, ресурсов не хватает. Понятненько, понятненько. Черноморский флот занимает свои позиции. Гандалыга, блядь. Так, герои нам нужны. Побольше. Объясни, где ты строишь этих героев? Ну там они есть под значком пузырика в этом. Ну, как он называется? В казарме. Пиздец, не вижу вообще, вот хоть убей. Ну, а их всего там три штуки можно сделать. Так. Я даже ни одного сделать не могу, хорош. Завязывай. Где у меня бездари? О-о-о. Шпион ушел. Все, ждите шпиона. Скоро он будет этот. Так. Ага, все, пошел он работать. Работать по вашим точкам. Сейчас еще одного сделаем. Ага, так, у нас тут смелтер появился. Ну что-то тут сложнее стало все. Тысячу ресурсов надо. Офигеть. Бля, меня сейчас выебут, походу, по полной программе. Кто? Ну, видимо, блядь. Видимо, тут какой-то хуй забегает. Так, где мои эти? Артиллерия вообще, что-то я не понял. О, Балтийское сражение. Че? Давай. А у тебя там разведчики, что ли? А-а-а. Ну-ка, бьем по этим. Бьем по кораблям. Разбиваем, как говорится, экономику. Врага пух и прах. Да это свои, куда вы стреляете? Почему они по тебе не стреляют? Как это не стреляют? Очень даже неплохо стреляют. Да? Да, конечно. Понятно. Пускай разбираются, короче, сами. Что-то у меня с этими, с военными делами морскими, я что-то все плохо как-то. Не различают они своих от чужих. Они точно стреляют по тебе? Да, да, конечно. По-моему, не стреляют. Вот и все, мой флот разбил. Класс. Destroy all humanity. Так. Хорошо. У меня половину, по-моему, сожгли. Говно ебаное. Так. А, вот еще один. Ой, еще три тортольетки приехало. Ой, там у тебя эти?
Так. Па. Отступа. Вот ты сволочь, вообще весь мой флот разбил. Сука такая, блядь. Я тебя нахуй твой рот мотал, блядь. Отступаем, отступаем. Лечим свои ранки. Клеим пластыри. Продолжаем. Нихуя ты, блядь, какую нормальную ты войну ведешь, пиздец. Я думаю, там договариваться будем. Так а в смысле договариваться? У меня двоих, двоих этих зарезали, блин, со слом вместе. Брайп, это что такое? Как тут договоришься-то? Supply вагон. Блин, у тебя все равно что-то круче, у тебя уже пушки, а у меня их нету. Да, ну и ты без пушек меня просто дерешь вообще во все там, куда только можешь. Иди ты нахер. Что-то этот, это... Да не просто так, я так понял. Так. Ой, стреляют где-то. Спая убили, блин. Кого? Шпиона убили. Понял. Надо еще, значит. Блин, я даже не знаю, где этих шпионов заказывают. Ты уже там этими шпионами рулишь. Там же, в этом, в, как его, в порте, где генерал. А, не, у меня тоже пушки появились. Так, я понял. Это максимальное количество ученых, которых я могу себе позволить. Ой! Мочите, мочите их! У меня почему-то они перестали... атаковать, кого я хочу. Так, а лекарь какой-нибудь есть, нет, или что тут? Как это вообще все? Да, выглядит? Тут дохуя лекарей, блядь. Одни лекари, блядь, кругом. Так, лекарей, значит, нету, да? Как, блядь, железо-то ты мне объясни делать? Смелтер тебе, наверное, нужен. Плавильня. Этот у нас уже есть такой, нет? Только одно чудо светом можно построить, прикинь. Да ты чё, офигеть, я какую-то хуйню построил. Я честно. Пирамиду просто построил и не парюсь вообще, чё-то даже не подумал. Чё оно даёт? О, наконец-то я хоть до пятого дошёл, у тебя уже пятый. И чё толку-то, ты меня на флоте вообще вздёрнул? Ты вообще охерел, что ли, или чё? Ты как это сделал? Да всё, что было, отправил, и всё. Конечно. Даже рыболовное судно там поехало. Так. Ага, так. Ситуация становится напряженной. Ситуация, инфляция.
Откуда брать-то это? В смысле? Где? Это кто такие? А, не, сидите там, бля. Так, о, ну-ка, а чё вы здесь стоите-то? Так, 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 чё тут ещё есть? Пушечки. Вот, кстати, чуть-чуть территория продвинулась. Волочуга какая-то. Мутит, мутит постоянно. Давайте корабли быстрее, чё так долго? Вот почему ты две построил эти. Два порта. Я не знаю, как этот весь остров-то застраивать. Просто у меня не идет эта полосочка, да и все. Которая? Ну, полосочка это территории. Я, короче, так и не разобрался, как этих генералов там строить. Да форт тебе нужен, форт. Все равно не вижу, так что... Так. Вот это... А как тут на 6-й уровень выйти? Пипец, тут у меня вообще ничего не изучено, оказывается. Что-то там требует, 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 требует. Я что знаю, что это такое? Так. Что-то у меня развитие вообще остановилось, короче, походу. У меня нету какой-то херни. А, денег нет. Что-то куда-то деньги уходят у меня. Куда у тебя деньги уходят? Но military aggression, видимо, я не знаю куда. Что-то все корабли да в эти пушки. Так, это значит какой, да, человек? Рыболовное судно с нами идет. Да, вперед, погнали. Так. Ой! Тут засада была, оказывается. Ой! Вперед, мои воины! Этот день... Ты гандон, а, вообще. Этот день вам запомнится на всю вашу меня жизнь. Слов нет. Ой! Отводим пушки. Бейтесь за вашу родину. Потом один чувак у тебя отлетел. Пушечки подъехали. Так, все хорошо. Так,
Так, генерал, стоять здесь. Хорошо. Дай свой альтер 4. Чё? Погоди, не доиграли. Waiting on fuck. Ну вот. Так нечестно. Ну я сдался, в смысле нечестно. Я проиграл, я признаю поражение. Да? Ну да. Ну, чё тут нечестно? Ладно. Всё честно. Не, ну классно играть. Угу. Все, так, на этом заканчивается это видео, которое продлилось 1 час 27 минут и 20 секунд. Будем еще играть в эту игру? Несомненно, да, да? Да? Чего нет? Mm-hmm. Ну или не знаю, Age of Empires, например. Алло. Да, да. Ну а чё? Я играл, блин, я же не умею играть в неё. Играл как тыкал просто и всё. Ты думаешь, я радуюсь, что ли? Все же хорошо. Угу. Ой, ладно.